Ну ничего, ничего. Хочу попробовать. У нас выключили свет. И ходим. Ой, я обкакалась. Ходим с фонариками, поэтому. Ну вот я могу показать наш номер. Что отсюда мы уже съехали. Ну, вы это уже увидите, когда мы съехали. Взяла сырник. Уже включили свет, нельзя подогреть. И он прям на вкус как холодильник. Знаете, вот вкус холодильника. Вот он такой. Поэтому если я не смогу подогреть, не знаю, съем, не съем. А так сырник прикольный. Ну ничего, ничего. Короче, не знаю, но ощущение, что они в Италии маловато. Есть такая хрень. Вот это пуговица. Она должна не так сидеть. А так, что она просто ее мечтает. Ну, блин, это пуговица. Она должна сидеть посередине. Какое ощущение, что меня разрывает. Хотя там еще целое это. Все спокойно двигается. И я, блин. Так, офигенные брюки. И он такие еще вискоза, хлопок, коричневого цвета и такой коричневый бежевый кофейный цвет. Вроде длинные, хотя, мне кажется, уже не коротковатые. Но и кофта вот эта очень классная, понравилась, мягкая. Вот столько мы накупили, и сейчас с ним сувенирным опять. Я купила себе брелок, который так мечтала. Это брелок H. Pachmak. Я находила похожий, но он был бронзового ужасного цвета. Но этот просто идеально. Это то, что взяла на обед. Там был суп. И я взяла себе булгур с овощами, но я его почти не съела. Возьму с собой в поезд. Я взяла себе еще вот эти носки. Им так понравились. Те фиолетовые. Я взяла себе еще такие голубенькие. Думала, может, розовый, но взяла только такие. Взяла себе хлебцы. Не, вот такие. Зарядить. Никогда не пробовала от бомбара. Одних только печеньки пробовала. Да. Запороть. И жвачки. Я же решила заново собирать лафуски. И как принялась кавказ, я куплю обязательно стирачку красивую. И буду вклеивать туда лафуски. Ну, а который дома, дом приклеили. Вот будете в Казани, обязательно вот это место. Очень-очень вкусно тут. По воскресеньям закрыто, знаете, с 9 до 7. Очень здесь вкусно. Ой. Ой. Все. Соберем вещички. Мы что-то так и не посмотрели его. Ну что? Да вот, вот. 20 минут. Мы приезжали с двумя сумками. Как мы потом в Победу сядем? Все, в поезде еще 8 плюс 18. 26 минут у нас еще. Да, давайте я посмотрю. Сели. Я там буду спать сегодня. Вот эти хлебцы очень вкусные. Я уже почти все съела. Там очень много специй. Очень вкусно. Я так еще не пробовала. Вот. Запоминайте. Очень-очень вкусно. Вообще. Выглядит как обычный хлебец. Но очень вкусно. Вон она, красотулечка. Красота. И что, идем чистить зубы, линзы. Я буду потом в очках, потому что хочу послушать. Я накачала себе подкастов, и я хочу послушать их. Посмотреть в окно на красивые пейзажи.
что я уже очень хочу спать. Вот тут душик такой. Выглядит ничего, на самом деле. Я мыться не буду, конечно, но... Что так выглядит? Так, надо себе придумать, куда-нибудь сюда как повесить. И бутылку надо куда-то деть. Все, тут все мокро. Ладно, вытру и буду делать дела. Я чуть не подумала. Я же надо просто сюда повесить. Все. Ну что? Я поняла, что некомфортно ходить без очков, потому что я не особо ориентируюсь, где у нас какая сумка лежит. Из-за этого некомфортно, поэтому в очечках. Честно. Снимаю и буду же ложиться сам. Спатеньки. Немножко подкаст. В общем, уже я наверху. Тут не закрывается эта штука, потому что там сейф открыт. Сейчас открою, на меня что-нибудь упадет. А нет. У меня там такая вот красота. Сейф не закрывается, я не знаю, как это закрыть. Меня уже бесит. Если бы он закрылся, я бы смогла закрыть, но так она не закрывается, я боюсь, что на меня на ночь что-то свалится. Вот, ну, вот такая вот у меня все поместилось, даже книжка, все-все-все, и бутылка от линз, прям все поместилось. Так вот. Надевать линзы, потому что чтобы сделать это гигиенично, как я это сделала вчера, это может потратить очень много времени, и это очень сложно, поэтому я просто пойду еду в очках, когда приедем уже в квартире, надену линзы. Будь сидеть и ждать. Блин. Я себя... Вот это Рижская. Сейчас ее сделаю. Ну что, мы пришли в перекрёсток. Вот наша корзиночка, бананчики. Потом, ладно, я не знаю, это не моё. Творожок мягкий. А, творог, геркулес, клубничка, хлебушек, черешня, помидорки. Там где-то еще абрикосы. Или мы выложили абрикосы? Что? А, вон абрикосы. Хлебушек, яйца, кефирчик. Я взяла себе еще печеньку бомбарную попробовать. И байте печеньки еще никогда не пробовала. Ой, хочу попробовать с клубничкой, а не без сахара. Вот такие вот. И мою, ой, чуть не вышла бомбар печеньку. Новую взяла. В общем, вот такую печеньку взяла. Ой, падаю. В гостях. И тут лабрадор. Его зовут Бадди. Просто как из «Король воздуха» фильма. Он такой классный, мы с ним играем. Смотрите. Пойди. Кошака, прости, кошак. Прости, кошак. Еще минут 17 на идти. Если сейчас начнется гроза, я обкакаюсь от страха.